Привет из солнечной Турции, из деревни, друзья мои. Я только что позанималась йогой. Тишина, все спят. Боже, какое счастье оставаться одной, да, в это время. И мечтать. Сейчас сделаю вам с утра обзор по нашему огороду и по двору. Пока все спят, чтобы никого не раздражать. Вы знаете, что касается съемок, да? Когда мы решили с мужем приехать в деревню, я ему задала вопрос, а мне снимать можно же там? Он говорит, конечно, говорит, снимай все вокруг, но не моих родителей. И все, я больше к этой теме не возвращаюсь, стараюсь сейчас снимать, пока они не видят. И вот вчера, когда я была на кухне, снимала вам, что мы приготовили на ужин, мама так хотела зайти и сразу резко вышла, увидела меня с камерой. Но это говорит о том, что они не хотят появляться. Поэтому я не буду их раздражать, вы поймите меня, когда, может, пока мы здесь будем, появится такое желание, и все будет хорошо. Но я тоже их понимаю. И мужа понимаю спокойнее, да. Когда люди не хотят сниматься, я не могу нарушать их пространство. Так что будем принимать то, что имеем. Пошла делать обзор. Какой красивый цветок. У меня тоже такой есть. Я помню, тогда я взяла у мамы. Помидоров много. Это баклажаны. Пока еще ничего не видно, там чуть-чуть маленькие. Красивые гвоздички. Вот помидорчик, а какие они вкусные, боже мой. Если вы их попробовали. Вот это вот какие-то интересные гвоздики. Надо у нее их взять. Видите, помидоры. Эта красота радует, друзья. Красота, боже, как она любит тоже цветы, как я. Что интересно. А, это бамья. Бамья, видите? 40 лир килограмм продается. Вчера я, кстати, залезла на это дерево тут и попробовала там немножко ягодок осталось. А это огурцы. Но они и лу, и фасоль. А, вот фасолька. Что-то в этом году много очень. А, вот видите, фасоль. Много травы. А самих плодов мало. Здесь картошка у них. Вчера они выкопали картошку. Ничего особенного. Здесь кабак. Как приятно это все видеть. Видите, как цветет кабак, как растет. Вот кабак. А цветок какой красивый у него. Папа все поливает. Вот кабачок поливает. О, вот, смотрите. Увидите, сколько их. Мой любимый кабак. Я себе попрошу, чтобы приготовить. Помидорчики такие вкусные эти. Продолговатые.
А виноград вот этот такой вкусный. Ох, видите? Посмотрите. Сейчас я быстренько сорву себе, переоденусь, приведу себя в порядок. Что сегодня им готовить на завтрак, даже не знаю. Даже не знаю. Что-нибудь приготовлю. Так, мои дорогие. Цветочки, цветочки, цветочки. Яблоки уже отцвели. Отцвели и их уже сорвали. И ни одного яблочка не осталось. Ну, несколько штук нам удалось попробовать с мужем. Здесь виноград. Тут, это, кажется, маслины. Вот. Здесь тоже у них помидорчики. Интересно, мои помидоры на балконе. Что-то будет с ним. Ну вот. Вот такой вот у них двор. Это соседское поле. Здесь виноград и вот новая раковина. Вот так вот живут наши родители. А здесь ничего не меняется. Вот эти качели. Как есть, так и есть. Ничего не добавили. И там тоже. Мне кажется, в это время вся деревня спит. Вся деревня спит. Ничего интересного. А вот и я, друзья мои, вот и я. Сейчас у меня есть... Еще раз всем доброго утра. Сейчас у меня есть полчаса, чтобы заняться собой, посидеть, помедитировать. Потом у меня этой возможности нет. Посмотрите, как мне покусали. Покусали очень сильно комары. Ужас. Вся рука покусана, Но ничего, это такие мелочи по сравнению с тем, что я получаю сейчас от жизни. Скучаю ли я по Мерсину? Пока даже не задумывалась. Здесь как-то интересно, расслабляюсь. Хотя я тоже расслабляться некогда. Тут тоже интернет есть, возможность работать есть. Просто времени нет. У нас опять такой классный промоушен на платформе GigOS. И нужно быстренько работать, чтобы люди заходили выгодно. Сейчас опять у нас скидки 50% на все. И в подарок вы получите NFT-шки. Вообще очень интересно. Если вам интересно, пишите. Не теряйте время, пока я здесь в деревне. Я найду вам время помочь. Я решила сегодня приготовить на завтрак. Ну, тут вот сыры, маслины мой муж вчера купил. Решила приготовить картофель. У нас этот, основное блюдо чай. Сейчас вот помидоры, что есть, и пойду в огород. Нарву. Ну, тут у нас что? Маслинки, разные варенья, мед, сыр. Очень много чего интересного и вкусного. Кстати, надо сыр, который мой муж вчера купил. Очень вкусный. Надо его положить. Пиалочку. Ну вот, мой завтрак готов. Картошечка, огурчики, все с огородика. Маслины. Вот такой сыр любит папа. Варенье разные. Ну, такой вот идем завтрак сегодня. Яйца сегодня не сделали. Ну все, пошли мы кушать. Родители много не кушают. Посмотрите, сосед нам дал воду, потому что тут, оказывается, что-то у них испортилось в их системе. Вода мало поступает в огород. И вот у нас... Вот таким образом у меня родители там копошатся. И сейчас вот, видите, польются. Хотели завтрак здесь сделать, а я посмотрела, какой завтрак.
Ой, как у меня чешется вот эта рука, кошмар. Там возятся водители. Вода, видите, как поступает? Сейчас поступила сюда, вот по огороду. Ну, до фасоли не доходит, вот, видите. Сейчас будет классно здесь. У нас наводнение, вы видите, друзья мои? Там впереди папа. Вода пошла, так классно. Поливаем огород. Помогаем. Фасоли, потому что не доходит. Светлана, да, такая невестка. Ой, вот так поливали, потому что вот тут что-то система испортилась. Я поливаю. Друзья мои, вы знаете, мне стало плохо. У меня такая вызвалась аллергия. Сейчас еще успокоилась, все красное. Все руки покусанные. Посмотрите, вот здесь тоже вся. Сейчас успокоилась, все волдыри в ушах начало чесаться, то есть уши чесаться, звон такой. У меня было такое чувство, что я теряю сознание. А я же вот этой лопатой наработалась. Я чай, знаете, вот так вот тряслась у меня рука. И видно, давление упало. Не знаю, даже не померила некогда. Вот такое состояние у меня было, пипец. И вот это вот все чешется, я выскочила со стола, побежала, думала, какие-то лекарства у меня есть. Но я там надписи стерлись и не рискнула, и так взяла, так все спокойно, Светлана. У меня было такое чувство, что я теряю сознание. Когда мне сделали прививку первую, была такая паника. Так, я сразу представила, что здесь скорой нету, ничего нет. Так, Света, так взяла себя в руки. Все хорошо, ничего с тобой не происходит. Все хорошо, все хорошо. И вдруг мне пришла идея в голову, чтобы я под холодную воду положила свои руки. И это мне помогло. Вы понимаете, когда себя успокаиваешь, еще раз трансерфинг реальности, как действует, когда себя успокаиваешь, да, говоришь, что все хорошо, то тебе приходят какие-то инсайты. Не то, что там сейчас Вселенная придет и тебя вылечит или укол поставит, а тебе в голову приходят какие-то идеи, инсайты. И лак у меня шикарный после окраски. Волос, ну ничего. И, мои дорогие друзья, мне стало легче, я пошла, они говорят, ты где? Я говорю, да мне так плохо, они говорят, ты чересчур, говорит, там поработалась. Но вы знаете, сами, какая я, если я берусь, то все делаю как положено. И они мне даже, свекруха, сказали, чтобы я полежала. Я там чуть-чуть, 5-10 минут полежала, выставила сторис в Инстаграм.
И мама варит хашламу, сейчас покажу вам. А я пришла здесь помыть посуду и решила приготовить им кофе. Сварила одно кофе турецкое, сейчас мама говорит, там масмалы хочу. Я говорю, ты хочешь? Да. Я говорю, окей, моя дорогая, сейчас принесу. И посмотрите, я этот. Моя дорогая, говорю, моя любимая, ашким бедем. Говорю, все, в общем, вот так вот. Иду им их поить кофе. Ну, здесь ничего не поменялось. Вот это наша кровать, мы решили ее не убирать. Все равно здесь никто не заходит. Вот такой я усмалый кофе. А вот это большая порция моя. И вот иду разговаривать. Так, где мои кулаклык? Сейчас покажу, как там хашламу варят. Не знаю, посмотрим, какая реакция будет, потому что я без при них никогда не снимала. Сейчас посмотрим, проэкспериментируем. Мы сегодня готовим хашламу, хашлама. Видите, какая у нас хашлама? На костре. Вот такой вот у нас обед. Я приготовила салат из помидор, из лука. Тут зелень положила. Здесь у меня плов подходит. Посмотрите. Ух, ух, ух. И у нас еще хашлама, мясо. Мясо такое с костями. Приготовила вот тарелочки, буду накладывать. Знаете что, мои дорогие, приятного нам аппетита. Вышли с Ашкемом прогуляться, купить лекарства, может, от комаров. Посмотрите, как у меня красная аллергия. Я чешусь, как ненормальная. У меня такая аллергия. Посмотрите, друзья мои, то на одном месте, то на втором. На спине покусали. Настроения нет из-за того, что все зудит в ушах под холодной водой постоянно. Вышли с моим мужем погулять, с моим Ашкимчиком. Тут ничего не изменилось, все так же. Все так же пусто. Видите, как. Хэпайны, Ашким, хэпайны. Два года меня не было, и все так же. Пойдем в магазин местный, посмотрим. Вот такой магазинчик, мои дорогие. Сюда. Топики уложишь, Ашким? Сижу, рисую. Уже скучновато становится. Решила порисовать нейрографику. С собой все привезла, друзья мои. Сетку ставить с родителями, с мамой там. Мы пошли купили лекарства от комаров. Мне очень хреново. О, красиво. Как у меня сегодня закончился вечер рисованием нейрографикой. Решила порисовать, потому что нахожусь почти, ну в каком смысле, без движения. Мушки закусали. Это что за напасть такая, мушки? Видите, сколько мушек. Сколько мушек, друзья мои. И какое-то нападение на меня только. Я вся покусанная. Выпила лекарство противоаллергичное, антигистаминное. Потому что вся чешусь. Все, мои хорошие, сейчас душ и спокойной ночи. Здесь я очень рано ложусь. Мошки хотят покушать мою нейрографику. Какие. Видите, какие мошки.
Они не кусают, но они неприятны, когда садятся на тело, чувствуются. Все, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Завтра будет еще интереснее.